Сегодня инспекторы ГИМС проверили на прочность лед Театрального озера 28 января. Там соберутся любители автоспорта. Необходимая толщина льда не меньше 30 сантиметров. Только при таком условии здесь можно проводить массовые мероприятия. Сегодня замер показал. Лед однородный, без воздушных водяных карманов. Его толщина 37 сантиметров. Проверку буром прошел. Сегодня, конечно, лед потоньше. В прошлом году он был минимум 50 у нас. Но, в принципе-то, снега немного. Минимум 3 сегодня замера делалось. Но все хорошо. Замечаний нет. Но одно пожелание к организаторам соревнований – обязательно оградить место соревнований, так как эта территория, это озеро еще используется жителями города для катания на лыжах, ну и чтобы не допустить каких-то происшествий. В воскресенье 28 января на Театральном озере встретятся участники скоростного маневрирования на автомобилях. В заезде примут участие 30 машин. Ежегодные гонки пройдут с 11 до 16 часов.